На днях пересаживала землянику. Но вроде вся пошла. Было холодно, тут морозы были. Но даже вот она занялась уже. Новые побеги дает. Вот это. Вот это. Не пойму. Есть. Листик вроде есть. Но если что, подсажу. У меня она еще есть. Вся хорошо. И ремонтантную клубнику тоже пересаживала, разряжала гряды. Тоже вся хорошо занялась. Две грядки делала. Ремонтантки. Ремонтантные. Все листики хорошо. Пошли новые побеги. Отлично. Супер. Это усатая клубника там. Грядка, конечно, не в очень хорошем состоянии. Вся порвалась. Геотекстиль. Виола подзамерзла. Тюльпаны скоро будут. Вот это вот уже морковку высели. Вот это, конечно, гряды две будут убираться. Значит, у меня будет ремонтантная клубника на продажу. На продажу ремонтантная клубника. Вот эти две грядки я буду убирать. Буду все делать по этим, по контейнерам. Всю клубнику буду продавать. Сорт хороший, клубника крупная. Так что лучок. Лучок. Так что здесь. О, какое пекло! Вот у меня тут. Вот у меня тут самосевом. Это все самосевом. Я в эту теплицу даже не знаю, как мне ставить сюда. Как мне ставить сюда? Ну, поставлю посередке тогда. Там 5 огурцов. Что-то мать так это посадила их близко к друг дружке. Уже укроп можно пощипывать. Так, ладно, в проходы еще можно поставить. Пошла за этим. Так, ну вот. Фу, принесла всю рассаду. По окнам то, что были. Перцы. Какие-то мелкие, какие-то уже огромные, какие-то уже с цветочками. Уже вон цветочки. В общем, рассада себя не очень хорошо чувствует, я это вижу. Она такая вот вся полегла от того, что она очень большая. Она вся переросла. Те, которые были посажены вот в такие мешки, 600 литров, они уже вон как вымахали. То есть, это, представьте, там корни скрученные у меня полметра. И вот она уже вот так вот выросла. Что я буду делать, когда сажать будем? Практически вот так вот посадится под самую верхушку заново. Будет много корневой. Вот они все полегли. Надеюсь, они сейчас здесь цвета много. Они повстанут. Повстанут маленько. В общем, принесла всю рассаду. Щеткой вон у меня укроп весь зашел. Надо еще высить. Вот. Пока так. Она акклиматизируется. Сегодня я ее вечером. Не вечером, наверное, днем. Сейчас маленько передохну. Полью. И все. И высаживать будет, когда мама приедет с деревни. Будем высаживать. Пока вот так. На 3 теплицы, наверное, хватит. Все. Господи, нет. Пошла. Я думала, замерзла. Нет. Не замерзла. Это этот. Господи. Забыла, как называется-то.
нету памяти, как цветы называются. Вообще кошмар какой-то. Так, лилии зашли. Надо, вот какой мороз был. Листики желтые. Морозом. Лилии хорошо дружно зашли. Ой. Роза еще не все обработала. Клематис, господи. Клематис же. Вот такое чудо. Красивые какие. Махровая такая вся. Вот это... Нету памяти. Это из рода тоже жил молостных, но как-то он по-другому называется. Маленько хорошо принялся. Хорошо. Так, вот это тоже клематис. Тоже почки перезимовали нормально. Вот это все старое сухое убрать. Где нет почек. Где нет почек, посрезать. Ну да. Вот это у меня был эльф. Эльф. Он дал вот почечки. Где она там? Вот. Почечка одна, почечка другая, почечка третья. Где она? Вот она. Еще одна. В общем, он замерз, но даст ростки. Слава богу. Слава богу. На этой грядке вроде живы. Вот это вот не знаю. Вот на этой нету почки вообще. На эту нету почки вообще. Красиво тоже. Здесь тоже не вижу почку. Тоже не вижу, вообще нету. Ну ладно, здесь выкорчится, тогда посадится новое. Алина, к Алине поеду. Она мне еще две розы тогда даст. Здесь у меня пионы. Тоже маленько разгрести надо. Но я еще не обрабатывала розы как таковые. Их надо, вот они все черные. Посрезать надо до здоровой ткани. Это плетистая. Вот на этой я вижу. Она хоть и какая-то красная. То ли она подмерзла все-таки. Но почки на ней. Так, вот на этой ветке нет, а вот на этой ветке есть. Есть, ну практически вся жива. Вот даже пошли какие уже ростки. Вся жива. Вся жива. Здесь плетистая жива. Тоже пообрезаю. Может быть, сегодня вечером займусь. Ну, вроде так. Вроде видно, что живо. Ладно. Фу. Жалко, конечно, розы мне. По-моему, вот эта роза вымерзла. Где она тут? Да, вот она. Не вижу там почек, ничего не вижу. Вот та черная. Где палец? Где? Вот. Вот та. Вот эта вот роза. Вижу почку, она такая черная, черно-бордовая роза. Вижу почку одну, надо все, короче, обрезать. Все обрезать надо. Вот эти с питомника розы не очень хорошие. Вот эта с питомника роза. Где она? Вот она. Вот эта с питомника тоже. Где она? Вот, тоже плохо себя чувствует очень. И вот эта с питомника. Вот так средние. Какие-то они корявые, ветвистые. В общем, и крокусики. Крокусы, крокусы, красивые крокусы цветут. Так, все, пошла по делам. По делам. Дел, конечно, боже мой. Эти рябчики, надеюсь. Я очень надеюсь. Они у меня еще ни разу не цвели. Надеюсь, в этом году зацветут. Так, и что еще у меня?
в этой теплице. Надо уборку тут делать тоже. Вот уже земляника зацвела. Я ее здесь тоже обработала полностью, всю пересадила. И земляника вся прижилась. Это на продажу. 56 штук будут на продажу ремонтантные. Вот еще каны высадить надо. Так, ну ладно, здесь грядки уже подготовлены, сделаны. В принципе, можно сажать. Виноград тоже хорошо перезимовал. Тоже хорошо перезимовал. Ладно.